Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами. Сейчас записываю видео в полевых условиях, поэтому могут быть шумы со стороны. Я решил сделать парочку обзоров, вот так лучше сказать, по-русски, на некоторые игры. После того, как я вчера выложил игру South Park. На самом-то деле я могу сказать, что игра-то не ахти вышла. Я думал, больше от нее ожидал, но, увы, нет. South Park я не рекомендую, поэтому ссылочка будет на South Park в описании, посмотрите. А сегодня мы, как вы видите, играем в теннис. Смотрим. Так, а у меня деньги вообще есть? Денег нету, а значит, в Нью-Йорке сыграем. Что из себя теннис представляет? Мои первые впечатления очень мне даже понравилось. Я как только ее скачал, ну, часа 4 точно в эту игру провисел. С игры с онлайн игроками. Полностью управление пальцем. Но это я переборщил. Пальцем указываешь силу удара, направление удара. Ну вот я проиграл. Учитывая, что не с самым сильным я в турнире сейчас участвую. 1-1. На самом-то деле игра и красиво сделана. И возможностей очень много из-за того, что ты сам управляешь пальцем. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то я чуданул. Нравилась мне одна игра на компьютере, я раньше ее играл. Топ спин, если я не ошибаюсь, теннис. Очень крутой теннис был. А повтор. Я проиграл. Собственно, я проиграл. Нет, турниры мы не будем. Что еще можно, я хотел тут показать вам. А, открыть. Как во многих играх, здесь всякие даются бонусы. Для улучшения, продвижения своих навыков в виде сумочек на время все разблокируется. Можно, конечно, и платно за денежки. Вот они все, что ты можешь улучшить, усилить. Ракетки, которые есть. Здесь у нас что? Новинка. Используем ее на лучше. Кроссы используются. Это мы уже улучшаем. А, не улучшаем. Денег нету. В принципе, такой небольшой обзорчик на игру. По турнирам. Где у нас тут турниры?
турниры. Первая тренировка, Нью-Йорк идет, Сидней, но все будет зависеть от того, сколько у вас денежек в наличии. И много других. Я, правда, вам скажу, месяца два назад в нее пару дней поиграл и бросил. Ну, в принципе, игра в целом интересная, красивая для тенниса. Может, кому-то зайдет. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, данное видео для вас было полезно. Не болейте. Пока-пока.